Привет, здравствуйте, зрители. Обзор дешевой еды. Давно я не снимал. Ну, либо что-то снимал, потом какой-то блокировка была канала ни за что. Либо какой-то забываешь ролик выложить. Проходит время. Ну, надеюсь, этот ролик я сразу выложу. Не забуду. Первый раз. Что же здесь огурцы делают? Огурцы. Первый раз за зиму купил, вообще не покупал. Вся зима прошла, дорогие, потому что огурцы там 150, 200, 300 не покупал. И 65 рублей огурцы. Поэтому купил. Но и то немного. Вот яблоки сладкие. Не знаю, что за сорт. Купил, потому что 45 рублей дешевые. Как бы... Ну, только из-за того, что маленькие, прикольные и дешевые. Так бы, может, и не стал бы покупать их. Ну, по-моему, цена 45 рублей. Хорошо. Вот такие вот интересные... Так, этот... Нет, это вот сюда. Вот такие вот интересные яблоки. Вытянутые, видите, овальные. Такие вот. Синап. По-моему, сорт синап. Я не знаю, где растут. Ну, прикольный сорт. Такой кисло-сладкие такие... Я не особо любитель яблок, но я люблю такие оригинальные яблоки. Вот это вот обычные, а вот это вот кисло-сладкий, такой какой-то запашок есть прикольный, нормальный. Цена 65 рублей. 65, синапы. Ну, вкус отличный, кисло-сладкие вполне. Ну... Цена может быть только великовата. Они вообще, по-моему, там 100 рублей стоят, либо дороже. Так. Вот такие вот яблоки. Не знаю, что за сорт. По-моему, сладкие. 65 рублей. А, ну то же самое, как это, только другой сорт какой-то. Вот такие вот. Такие вот желтенькие. Я даже не попробовал. По-моему, я покупал такие вполне, чуть просто сладкие. Вполне хорошие. Не знаю, что за сорт, но выглядят прикольно. Прикольно. Желто-красные. Хотя я не особо люблю чисто сладкие яблоки. Ну да ладно. Так, мандарины, блин, они не протухли еще. Потому что уже прошло дня два. Пока я снимаю, надо снимать в тот же день. А, по-моему, да, 23-го, где-то 24-го, 25-го, два дня уже прошло. Лежат. И они могут начать тухнуть. Как бы иногда они лежат. Так, я смотрю, просто запись-то идет у меня. 40 рублей, ну 39, там у них цены такие, я просто 40. Я купил тут килограмм 700 грамм, отличные марокканские такие мандаринчики. Они, ну, со скидкой, потому что, видите, подсохли, подсох. Вид не товарный, но вполне хорошие, даже тут ничего не потухло. Они могут и потухнуть, если побитые. Здесь вообще ничего пока что не потухло. То есть я мог купить, конечно, одни мандарины 40 рублей. Зачем покупать яблоки за 65, когда есть мандарины за 40? Просто для разнообразия я снял. Ой, купил, чтобы снять, может быть, что-то. Этот манго купил один для интереса. Так, да, и вот цена картошки, цена мандарин, цена картошки, причем это мандарины, это хорошие мандарины, вот они, вот видите, ну, одни из самых лучших, я даже лучше не знаю, бывают такие большие, но они тоже там сладкие, пакистанские, ну, там семечки бывают, а это прям хорошие мандарины, и... Ну, они подсохли немного, но я не вижу никакой ни гнили, ничего. Подсыхают, да, кожа подсыхает, но состояние хорошее. Я бы на четверочку оценил. В
Вполне. Они, мне кажется, полежат еще. Перед этим какие-то начинали тухнуть. Три штуки у меня стухло. Так, а картошка стоит от 30 до 70 рублей. Мытая 70, грязная 30. Так что соображайте. Ну и вот еще раз вот такие прикольные яблоки. Форма овальные, как яйца. Так. Хотя я не особо, как бы, яблоки, они лежат у меня, не особо люблю месяцами. Ну вот, купил, надеюсь, съем. Но яблоки не гниют, они лежат. Может, сохнут только. Так, еще забыл показать. Блин. Сейчас надо паузу нажать. Хоть пауза есть. Вот оно чудо. Это нектарин. Ну, персик лысый. Вот он зимой. Зимой практически. Ну, как я огурцы не ел, они по 300 были. Этот 100 рублей. Две штуки у меня было. Где-то в Перу, в Аргентине они растут. Зимой их можно тоже есть, покупать. Вот. По вкусу нормальный, чуть кисловатый, может быть, от того, что долго валялся. Вот. Так что они потом летом будут продаваться, и зимой, вот март, они, оказывается, есть в продаже. Но они быстро портятся, мнутся, пятна идут, вкус теряются, могут быть кислыми, помятыми, безвкусными. Так что ну, цена отличная. 100 – это дешевле яблок. Многие яблоки дороже. А это нектарин. Ну, клубника там еще продается. Я не покупаю ее. Она, по-моему, 400 рублей килограмм стоит. Или там коробка 500 грамм, 300. Я не помню уже. Не особо как-то интересовало. Так, ну, в общем-то, я все показал. Мандарины, конечно. Ну отлично. Сколько раз я уже покупал при такой цене. Отлично. Но если мятые, они начинают со цветом-то. Что с цветом происходит? Он как-то цвет немножко меняет. На самом деле менее яркий. Тухнуть, да. За мандаринами надо следить. Жалко там. Ну, они безвкусные становятся, там какая-то мягкими, но побитые, побитые мандарины, короче, не нужно. Ну, я показал. Я же показал. Вот это нормальные. Вот, можете посмотреть. Этот. Ну, вот я навыбирал. То есть вот так вот можно выбирать. Он. Ну, выбирать очень просто. Он должен блестеть. Если не блестит, значит он высох. Не сильно жесткий, не сильно мягкий. Сильно мягкий, он побитый. Сильно жесткий, он значит высох. Кожура, все, ну пахнуть нормально, повреждений не должно быть, никаких пятен. Ну вот это вот пятно, там внутри на самом деле нету никакой гнили. Вот я могу содрать. Это не повреждение. Вот, видите? Тут ничего нету, это он подсох просто снаружи. Вот. Ну, яблоки, я говорю, я просто для разнообразия купил. Так, по идее, ну, я как бы мало покупал яблоки и просто вот там один раз там месяц купил яблоки. Так, конечно, покупайте мандарины. Нафиг не нужны там какие-то огурцы местные, помидоры, нафиг. Если цена такая 50, 60, 60 рублей мандарины, то нафиг все остальное. Просто ешьте вместо картошки, вместо макарон, вместо помидор, вместо огурцов. Ешьте мандарины. Прикольные, прикольные фрукты, мне нравятся. Ну, кому что нравится, может, кому-то яблоки нравятся, мандарины не нравятся. Мне нравятся мандарины. И они, ну, они дешевые. Что сказать? 55 были как-то мандарины. Но я снимал предыдущие ролики, там посмотрите цену. Яблоки все время там 100. И ничего не вижу прикольного в этих яблоках.
Так, ну вроде все снял, не забыл. Что там, укроп какой-то купил. 300 рублей килограмм стоит. Он у меня уже засыхать начал. Что-то я плохо траву ем. А, и селедка у меня стухла. Но это я отдельно сниму ролик, что происходит с селедкой. Ужас просто. Срок не кончился, а она стухла уже. Ну, в общем, ладно, не буду сейчас рассказывать. Что такое, я не понимаю, почему он моргает. У меня же не меняется ничего, ни освещение. Так, ну на этом все. Это был обзор огурцов, яблок, мандаринов и уникальнейшего нектарина. Мне кажется, это для, ну, редкость такая. Для меня редкость, короче. Я не ем зимой эти нектарины. Ну и огурцы и помидоры, по сути, тоже. Ну, помидоры немножко ел, да. Так, на этом обзор заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Смотрите предыдущие обзоры. Государством боритесь, либертарианцами становитесь, революционерами. И тогда будете счастливыми, богатыми. Все, благословляю вас, братья-революционеры, братья-сестры. Вот, до следующего ролика.